И всем привет, с вами Нубик Кубик и... И я Савчик Нубафик, здорово, братишки, и сестренки. И мы сегодня снова играем на сервере rpbox.ru. Вот, мы играем на третьем сервере, если ты хочешь поиграть вместе с нами, заходи в игру по ссылке в описании, скачивай ее, и ты будешь играть вместе с нами. Нубасик, а ты что это, в стетком уже превратился, Нубас? Я стетком, я перевозчик, у меня там стоят всякие мотоциклы, тачки, сейчас я всех отведу. Нифига ты, Нубас, ты что, сквозь стену провалился, Нубас, капец ты. Короче, смотрите, Нубасик, давай покажем всех наших рефералов. Давай. Смотрите, вот, короче, мои последние три реферала, это Муслимов Мансур, Печенька Роблокс и Денис Ванин. А у меня три чувака тоже есть. Ну-ка, Нубасик, ты их не скажешь? Макс Королевич, Дима Нубасов и Данил Бережной. Вот, получается, вот эти шесть чуваков попали в видосик. Если ты тоже хочешь попасть в видосик, пиши вот этот промокод, который ты видишь сейчас на экранчике. Да, Нубасик? Да, все верно. Вот, и, кстати, а давай, знаешь что, давай Нубасику поможем, чтобы у него тоже было больше рефералов. И, короче, смотри, заходи к нему на видосик, смотри его промокод и вводи его в игру, и, получается, ты точно попадешь в видосик, Нубас. Точняк, точнетки. Нубасик, у тебя теперь сколько денежек уже? Где? В игре. У меня целых 7 миллионов! Нифига себе, Нубас! А у меня знаешь сколько? У меня уже целых 10,5. Мы, короче, с Нубасиком кейсики за кадром открывали. И вот, у меня уже 10,5 миллионов долларов. Да тебе правда повезло? Да в смысле, чего повезло-то сразу же? Нубасик, смотри, у меня еще, короче, осталось 500 монеточек. И я думаю, что я сейчас открою один кейсик за 500. Давай посмотрим, ой, что мне сейчас выпадет, Нубас. Ой, ну это вообще нечестно. А что нечестно-то? У тебя так денег дофигись, а ты еще кейсик откроешь. Так, Нубас, просто я знаю, как нужно экономить, Нубас. Смотри, нет, вот ты сейчас просто сзади на. Да сам ты такой, вот, я купил кейсик, мне выпал ремонтный набор. Нафига он мне нужен, я не знаю, я его, наверное, сейчас продам, и все, короче, ладно, Нубасик. Короче, смотри, что мы сегодня с тобой будем делать? Мы сегодня пойдем покупать Теслу! Да, наконец-то, Нубасик, блин, я надеюсь, что у меня сейчас на нее хватит денежек. Конечно, хватит, у нас недорогая. Сегодня мы пойдем покупать Теслу, если нам, конечно, на нее хватит. Если нет, то мы, наверное, посмотрим какие-нибудь другие машинки. И мы потом пойдем их прокачивать с Нубасом вместе. Да! Офигенно вообще. Ну только я кроме Теслы покупать ничего не буду. В смысле ничего не буду, Нубас? Ну ладно, не хочешь, как хочешь. Так, давай тогда смотри. Ты тоже, Нубасик, пока что пооткрываешь кейсики. И у тебя еще есть денежки или нет? Ну только на один кейсик, сейчас попробую открыть. Да, ладно, Нубасик, ты пока что открывай, а я пока что пойду покупать Теслу, Нубас. Все, я пошел вперед. Эй, подожди меня, пожалуйста, не уходи. Давай, Нубасик, только быстрее, я тебя подожду на улице. Давай. О, я открыл кефик, и мне выпал... Эх, аптечка. Нубас, тебе снова не повезло. Нубасик, ну ты вот как хочешь, а я пойду покупать себе Теслу. Так, где моя тачка? Нубасик, ты не пойдешь, что ли? Ну давай, ладно, подожду. Все, я уже в машине сижу. Я уже тебя, Нубасик, жду. Давай быстрее. А в какой ты машине сидишь? В моей, конечно, желтенькой. Я сижу в своей супре, но сейчас мы поедем покупать более крутую тачку. Я надеюсь, что мне сейчас хватит. А поехали на моей тачке, на новой. А ну как... А, кстати, на твоей Камри, что ли? Ну, да. Нубасик, давай тогда просто ты на своей поедешь, а я на своей, потому что я уже завелся, я уже тебя жду, Нубас. О, смотри, тут что-то гелик стоит, нифига себе. Прикольно. Я не вышел, я не вижу ничего. Да я понял, Нубас, давай быстрее. Ого, гелик, он красивый такой. А может мне и на гелик хватит, кстати. О, я, ну, я не думаю, Нубас, мне кажется, что он для в 10 где-то стоит. Капец, капсовый. Так, подожди, надо сейчас вызвать мне эвакуатор. О, Нубас, все. Ко мне присотила моя! Нафига, она так-то прикольно! Давай, Нубас, поехали! А блин, какой мне тачку лучше? Тюнинговать Камри или Лексус? Не, Нубас, мне кажется, тебе лучше тюнинговать ту тачку, которую ты сейчас купишь, нет? Или ты не будешь тачку сейчас покупать? А, да! Блин, слушай, я тогда возьму тоже себе белую, и у меня уже будет три машины белые. Не, нифига ты, Нубас, так ты что, не будешь ее прокачивать-то, что ли? Буду. Ну все, тогда пошли быстрее. Сейчас я тогда куплю себе тачку. Ой, я вот в кого-то. Кого ты обозрелся? Ты вообще дурачок, что ли? Зачем ты это делаешь? Это Audi. Да я специально. Капец, ты блин, вообще... Toyota Camry вообще какая-то медленная, капец. Давай, Нубас, все, так. Я уже приехал к автосалону. Блин, Нубасик! Нубасик, ты что ревешь? Ты что случилось, Нубас? Да так и стоит моя родненькая 15 миллионов. А, нифига. Хватает. Она такая дорогая, Нубас, капец. Ну, Нубасик, знаешь что? Я себе уже выбрал тачку, смотри, она такая вообще крутая. Ну, Нубасик, не плачь, тогда на моей покатаемся. А ты что-нибудь выбрал себе или нет? Какую тачку ты выбрал? А я тебе пока что не скажу, Нубас. Блинки, блин, ну почему? Вот сейчас ты на улицу выйдешь, и ты все узнаешь. Вот, все, я ее покупаю за 7 миллионов 900 тысяч рублей, Нубас. Прикинь, она такая дорогая вообще. Нифига тебе, так, я вышел на улицу, и я тебя жду. Нубасик, а тебя на улице я не вижу. Нубас, я уже на улице, смотри, где ты около Камри, да?
Смотри, какая у меня тачила. Ты чё, купил рейнджик? Да, ну бас, смотри. И знаешь, что это будет? Я хочу сделать из нее сейчас понторезку. Смотри, у нее какие номера крутые, ну бас. РРР 333. Офигенно вообще. Ого. А я буду Lexus, короче, прокачивать. Я не буду себе аккумулятор прокачивать. А, ты решил денежек, что ли, себе поднакопить, ну бас? Да, я решил, ну, поднакопить, короче, и потом себе Теслу купить. А, нифига себе, ну бас, так это, получается, нам нужно будет снова кого-нибудь ограбить, что ли? Ладно, ладно, потом об этом подумаем. Пошли, ну бас, теперь тачку прокачивать. Так, вроде прокачивал, где-то здесь есть тюнинг ателье. Так, сейчас мы в него погоним. Блин, вообще такой подожди крутой. Подожди меня только, у меня тачка вся какая-то медленная. Давай, ну бас, давай быстрее. Сейчас я изнутри посмотрю. Офигеть, ну бас, здесь такая красотища. Ну батик, почему ты купил белую там машину? Так я ее сейчас протюнингую, ну бас, и она будет синенькая, как самая настоящая понтореска, ну бас. Ага. Погнали, давай. Давай, поехали быстрее в тюнинг. Я не знаю, мне кажется, здесь слева есть. Тихо, тихо, нет, справа у меня есть, я нашел. Поехали. Так, ладно, поехали, так, я поеду за тобой. Блин, она так вообще красиво смотрится, ну бас, блин. Я хочу себе такую тачку в реальной жизни. Офигенно вообще. Я тебе прям завидую, ну бас. Я себе тоже завидую, ну бас, прикинь. Блинки, блин. А давай грабанем кого-нибудь и купим себе в реальной жизни тачки. А, давай, не, ну бас, в реальной жизни так-то никого грабить нельзя. Вот здесь GTA-шки как бы можно, а в реальной жизни нет, ну бас. Да я заподсадил, ну бас. Ты чё, такие у тебя шутки вообще прям плохие, ну бас, нельзя так. Так, погоди, куда нужно ехать, скажи мне? Вот сюда, ко мне. Точно? Так, здесь точно есть тюнинг-ателье? Нет. А, в смысле нет, ну бас? Блин, у меня кроти... Блин, ну бас, у меня какая-то только что тачка желтая врезалась, ты видел? Вот он офигевший, да, какой, видел, а? Так, какая-то все долбанутая. Ну бас, ты куда меня вообще привел? Где мы сейчас с тобой находимся? Здесь нет никого тюнинг-ателье, ну бас. Я не знаю, куда тебя привел, но, блинки, блин, просто покатались. Вот ты офигевший, а? Ну ладно, ну басик, я согласен. Только, блин, он мне еще и тачку сломал, прикинь. Так, а ладно. Давай мы ему фломаем, так, потом тачку. А он же уже куда-то уехал, ну бас, ты же его сейчас больше не найдешь. Да, ну ладно. Ой, блин, я еще в какого-то чувака врезался, но ничего, у меня рейнджик, у меня тачка круче, чем у него. Я его переехал, ну бас, прикинь. Хорош! Ой, ко мне чувак какой-то бежит. Он с канистром, он, походу, меня хочет взорвать, ну бас. Нет, ну басик, я от него уезжаю. Молодец! А ну бас, ты где вообще? Я прямо просто уехал. Вот, ты же там видишь, ты же прямо за мной вроде едешь, нет? А, да, блинки, блин, ну ты капец уехал далеко. Ну басик, так просто за мной чувак бежит, я немножечко его боюсь. Я не хочу, чтобы он мою тачку просто спалил. Так, погоди, сейчас нужно разобраться, куда нужно приехать. Сейчас я открою карту. Мы сейчас, где сейчас с тобой находимся? А, нам налево нужно, все, я понял. Я вот здесь в салоне смотрю сейчас. Ой, как тут красиво-то. Да, нет, ну бас, ну у меня тачка намного-намного круче, чем твоя. Я уверен, потому что у меня тачка вообще дорогая. Сейчас я снова в салоне, ну, посмотрю. Бас, да где вообще, блин? Блин, да я к заправкам поехал, ну бас. Блин, она, короче, вообще на автомате, она такая вообще крутая, ну бас. Я реально круче тачек вообще даже в жизни не видел, прикинь, ну бас. Ты меня, бас, подождешь? А, ну давай подожду, ну зачем? Так, а что ты от меня уезжаешь, ты вообще заколебал? Так а что бы не уехать от тебя, ну бас? А, вот я тебя догнал. Вот, все, видишь, ты меня догнал? Нет, ну бас, не врезайся только в меня, не врезайся аккуратненько. Так, поехали. Да, правильно, ну бас. Это ты правильно сделал. Ну бафик, чё мы в тобой уже приехали? Да, вот смотри, мы, короче, с тобой приехали, только, блин, что-то вообще игра так сильно лагает, видимо, здесь народ очень много. Ну, короче, смотри, ну, Басик, я сейчас захожу в ателье, и я сейчас буду прокачивать свою тачку. Ой, так. Подожди, так, ты подожди так сильно, да я свою сначала Lexus вызову. Так, ну, Бас, там же две прокачки есть, просто заходи в другую, и все. Так, бронирование. О, нифига здесь, ну, Бас, здесь, прикинь, можно тачку забронировать. Ну, Бас. Что, ну, Бас? Ты прокачал что-нибудь? Так, нет, пока что не прокачал. Я, короче, думаю, что я, наверное, тоже черную тренировку сейчас сделаю. Только, блин, я не знаю, какого ее оттенка сделать. А, да, точняк, синего. Вот, синего оттенка. Офигенно, ну бас, вообще так. Бронирование, а что дает бронирование? Я не знаю, просто, наверное, твою тачку никто сломать не сможет. Двигатель, какой бы купить двигатель? Нифига себе, 3,5 миллиона за двигатель, капец. Нет, это тоже слишком много, я столько точно не потяну. Наверное, просто больше объема куплю себе. О, я ксенон себе сделал. Я тоже, ну бас, я ксенон поставил. Так, двигатель, фары, кузов. Здесь, походу, можно еще кузов прокачать. Ну-ка, так, посмотрим. Сейчас. Колеса есть, ну бас, так. Сейчас я выберу себе самые крутые колеса какие-нибудь. Нифига себе, здесь есть колеса за 1 200 000. Нет, самые крутые я себе покупать точно не буду. Нафиг они нужны вообще. Я тебе колеса поставил, стенцовские, как у семерки. Нифига себе, ну бас. О, а, нет, я понял, как посмотреть. Ладно, так, сток. Сейчас мы выберем себе что-нибудь крутое. Не, ну бас, я не буду себе диски брать, я оставлю себе обычные. Не, ну бас, а я себе, короче, выбрал. Так, подожди, тренировка. А где тут цвет вообще машины-то? А, вот цвет. Сейчас я поставлю себе синий цвет, ну бас, так. Где синенький? Вот синий. Насыщенность.
Офигенно вообще, она такая крутая. Ну, босс, блин, это самая настоящая пантореска. Что тут еще можно прокачать? Сейчас мы быстренько посмотрим и сразу же купим. Так, кузов. О, ну, босс, я тебе сейчас все поставлю. Гоночные тормоза. Давай, ну, поставь. А я, короче, уже свою тачку всю купил, всю протюнинговал. Только, блин, это ушло 1 653 000. Капец, это так вообще дорого. Ну, ничего. Для такой тачки это точно не жалко. Блин, она сейчас такая офигенная. Только, блин, она еще немножечко сломана. А как теперь купить? Кого купить, ну, бас? Ну как это все купить-то? А, просто сейчас выходи с автосалона, и там это, оно само все сделается. Просто надо будет Enter нажать, и все. А, вот! Смотри-ка, у меня тачка, крутетка, авто. Ну-ка, сейчас, ну, бас, подожди. Сейчас я еще свою тачку быстренько отремонтирую, потому что она немножечко сломана. Все, задняя левая дверь, все сделано. Все, ну, бас, офигенно. Сейчас у меня тачка самая-самая крутая стала. Блин, правда, надо еще немножечко проделать ее. Ну-ка, посмотрим на твои диски. А ты диски покупал? Да, ну, бас, я купил себе диски, смотри. Крутые, тебе нравятся? BBC, который... Я не знаю, ну, бас, я не смотрел. Наверное, BBC. Вот, смотри, офигенно у меня тачка, ну, бас. Прикольно. О, ты что здесь сделал? Ты что здесь сделал? Черный Lexus, что ли, ну, бас? Да, нифига, ты сейчас какой крутой стал. Смотри, ну, бас, получается, мы с тобой катаемся на самых крутых тачках в этой игре. Ну, конечно же, помимо Теслы, потому что ты Теслу не купил, да, Нубас? Эх, да, ну, я ее куплю потом, когда мы грабанем кого-нибудь в день. Да, мы обязательно, Нубас, с тобой ее купим. Так, только смотри. А, кстати, Нубас, я же видел, там знаешь, какая тачка есть? Там есть, Нубас, Бугатти Вейрон. Я, наверное, думаю, что я на нее буду сейчас копить. Да, да, надо бы, блин, какой-то чувак ко мне в тачку сел. Ага, ты просто бы машину закрыл и все. Так, смотри, Нубас, может, сейчас пойдем с тобой немножечко погоняемся? Не, ну, бас, у тебя тачка мощнее, чем у меня. Так, я знаю, ну, бас, конечно, это же сразу же понятно, потому что у меня стри. У меня тачка вообще очень мощная, сейчас я попробую стартануть с этого, с нуля. Раз, два, три. О, нифига себе. Правда, что-то она как-то медленно едет, ну, бас. Ну-ка. Ну, все равно, я тебя обгоняю, ну, ладно. Медленней. Так, вот, все получается. Ну, басик, у меня тачка вообще детская, она так вообще офигенно смотрится. Ой, ну, бас, у меня так сильно лагает, потому что на улице тут много народу на этом сервере. И, блин, у меня дороги не видно. А вот это движение дорога, а ты пропадаешь. У меня тоже меня чуть лагает, но это. Дороги меня вроде нормально видно. Ну все, ну, Басик, смотри. Короче, сейчас. Ого, спортивные тормоза, нифига, как здорово тормозят. Ну, Бас, ну какая разница, смотри. Короче, я думаю, то, что нам сейчас с тобой нужно покупать тачки, которые мы с тобой хотели купить. Ну, то есть, ты хотел купить Теслу, а я хотел купить Бугатти. Но, блин, у нас сейчас не хватает с тобой денежек, поэтому нужно думать, как мы будем их с тобой сейчас зарабатывать. Давай пойдем подумаем, а потом крабанем кого-нибудь. Давай, ну, Баз, это хорошая идея. Погнали!